Привет всем! В этом видео я вам буду рассказывать о скальпинге, о том, как правильно находить ситуации, о том, как вовремя в них заходить, о том, как вовремя с них выходить и, соответственно, на этом зарабатывать. Итак, начнем с самого начала. Есть три вида скальпинга. Это когда идет восходящий тренд, есть линия поддержки, есть линия сопротивления. И в этом коридоре мы зарабатываем. Здесь лучше всего подождать просадки и в этих вот точках заходить на повышение. Такая же ситуация с нисходящим трендом. Есть линия поддержки, есть линия сопротивления. И здесь лучше всего вот в верхних точках заходить на понижение. И есть флетовое движение, когда цена движется в определенном коридоре. Это как раз та ситуация, где я в основном торгую. Вот есть линия сопротивления, линия поддержки, и здесь мы зарабатываем. Соответственно, здесь на понижение, здесь на повышение. Здесь уже смотреть по ситуации. Итак, когда же получаются вот эти вот флетовые движения, именно когда получаются эти коридоры? Именно флеты. Когда вот идет долго график, идет, например, нисходящий тренд, потом идет затухание. Вот потом-то и начинается коридор. Чертите вот две линии и зарабатывайте. Главное вовремя войти. Вовремя войти, когда уже вот идет, только начинает затухание, вот где-то вот здесь уже начинаем торговать. 5-10 минут достаточно, зарабатываем и уходим. Такая же ситуация на восходящем тренде. Идет восходящий тренд. У нас идет затухание. Также ставим линию поддержки, линию сопротивления и здесь зарабатываем. Только начинает уже вот здесь вот, в начале заходим и зарабатываем 5-10 минут. Как вовремя выходить с этих ситуаций? Вот шел нисходящий тренд, начинается у нас флэт. Он может вот так вот идти, вот так вот, вот так вот. Но общая картина видна, да? Вы делаете две линии поддержки, сопротивления. И здесь уже график вот идет, вот, например, в такую вот ситуацию. Когда график уже идет на затухание, у нас вот получается фигура треугольник. Вот в этой ситуации нужно уходить с флета, потому что скоро произойдет пробитие. Такая же ситуация и с восходящим трендом. Думаю, здесь все понятно. Вот это вот, народ, основные азы. Но, как бы я вот это вам все не рассказывал, эти ситуации нужно ловить. Они будут всегда. Утро, обед, ночь. Неважно, когда эти ситуации будут всегда. Нужно просто мониторить. Просто вот так вы сели, посмотрели все графики, ничего не нашли. Ничего страшного, сели через 2 часа, посмотрели, нашли, зашли, 5-10 минут заработали и ушли. Не жадничаем, не нужно сидеть целыми днями, заработали и ушли. Вот и весь секрет. Эти ситуации будут всегда. Просто вот с опытом вы будете их находить очень-очень легко. Вы сможете их находить и на телефоне уже сможете торговать. Так где угодно, просто вам нужен опыт. Как бы я вот не рассказывал, вам нужно торговать и еще раз торговать, тренироваться на демо-счету, и эти ситуации вы уже будете видеть. Я столько за все время, за эти 4 года, что я торгую, я столько уже этих графиков видел, и столько этих ситуаций похожих, и в них можно зарабатывать, главное их уметь находить. Дальше бывают такие вот ситуации, что вот идет график, и резко вот так вот выстреливает, идет и опять резко выстреливает, идет и опять резко. И такая вот ситуация может продлиться, не знаю, 10-20 минут. Вот когда вы ее просто найдете, просто вот так вот листаете, и вот вам повезло реально ее найти. Сразу же не думайте, заходите, зарабатывайте, у вас все сделки зайдут в плюс. 10 из 10, 5 из 5, все зайдут в плюс. Ну, может быть, последние не зайдут, когда вы увидите, что уже эта ситуация, уже там все, график пошел в другую сторону, тогда да. Это все нужно искать, и это на все нужно опыт. И помните, что у вас всегда будут ошибки, у вас всегда будут неудачи. У вас не будет такого, что вы все выучили и уже будете зарабатывать. Нет. Вы должны пройти через серию неудач. Вы должны слить не один депозит. Вы должны это все прочувствовать на себе. Вот только тогда вы будете зарабатывать. С вами был Рэпер Трейдер, народ. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Ставьте лайки. Всем пока.